я в эфире. Ждем, пока к нам кто-нибудь присоединится. Привет. Привет, привет. Значит, друзья, я сегодня с таким обзором, с новостью. Я вам расскажу, что в сентябре мы выпустили наш первый сет. Ну, давайте будем говорить как честно, прямо Beauty Box. И это было прикольно, потому что он очень быстро у нас разошелся, и нас спрашивали, будем ли мы делать еще. Но в октябре, честно, мы не сделали, не смогли. Как-то не складывалось. Но сейчас пришел ноябрь, и мы собрали наш новый сет. Возможно, вы его уже видели в посте у нас. Но мы решили, что будет классно, если я расскажу, как он собирался, почему мы собрали именно эти средства, а не другие, и вообще, какой посыл мы несем в наших бьюти-сетах. Я расскажу то, что для меня важно. Я это говорила у себя в личном профиле, но, наверное, мне важно проговорить это с вами здесь. Про саму идею бьюти-боксов я узнала, наверное, там одна из первых вообще, когда это только появилось. Я была на презентации бокса «Гламур», когда вот эта вся идея только пришла в Россию. И она, собственно, заключалась в том, что действительно это коробка, в которой собраны какие-то супер новые интересные продукты. И так как компании их только выпустили на рынок, им важно, чтобы люди их попробовали. И эти продукты продавались вот в комплекте по достаточно там бросовой действительно цене, ну, то есть существенной скидкой. Эта история, опять же, придумана не у нас, она пришла из Америки, и там же до сих пор существуют сервисы бьюти-боксов. Они выглядят так, либо это действительно какие-то супер новые продукты, либо... Значит, когда идет подписка на такой бокс, и вы не знаете, что в нем будет. То есть это как подарок, как сюрприз. В России все это... Не знаю, кстати, может быть, не только в России, но мы не делали все это время бьюти-боксы, потому что, во всяком случае, да, в России это все приобрело какой-то супер странный характер. И так как я нахожусь внутри индустрии, мне кажется, будет честно вам рассказать, как я это вижу изнутри и почему мне это всегда претило. Я примерно, не знаю, ну, не каждый день, но, наверное, несколько раз в неделю получаю письма от разных создателей боксов, уже там, не знаю, ну, сколько крем существует, столько мне пишут письма, с тем, что, а вот мы создаем бьюти-бокс, а давайте, в общем, они, создатели боксов, просят предоставлять какие-то продукты бесплатно, а они их продают, но так как вы нам предоставляете, там, не знаю, 100-500 этих продуктов, вот столько людей узнают о вашем бренде, когда купят наш бокс. То есть, как бы, создатели бокса берут на себя труд создать этот бокс, там, заказать коробки, это их расходы, там, промоутировать этот бокс, а продукты туда попадают бесплатно. В некоторых боксах, в некоторые боксы продукты попадают с существенной скидкой, то есть создатели бокса договариваются с производителями или дистрибьюторами, что вот мы делаем бокс, поэтому давайте вы нам дадите какой-то существенный скидос. Я не знаю, возможно, есть действительно те производители боксов, которые говорят, вы нам не какие-то продукты там дайте со скидкой или бесплатно, которых у вас много, которые у вас есть, а там вот этот, этот и вот этот. Но я пока с запросами такими конкретными от производителей боксов не встречалась. Всегда это было, дайте то, что дадите, как бы вот 100 штук, 200, 300, сколько там, у каждого свои аппетиты. Для меня такой подход всегда был страшной дичью, вот правда. Это просто вива перепотребление, вива какое-то...
Ну, то есть, понимаете, ведь никто же не говорит потребителю, что мы собрали бокс из того, что было. Мы собрали бокс из того, что нам дали. Мы собрали бокс из того, что вот мы смотрим, у нас уже сроки подходят к концу, и как бы что-то по ходу мы не продадим этот продукт, давайте мы его там запихнем побольше и хоть вот скопом, хоть оптом продадим. Никто так не разговаривает. Я так не умею. И в то же время мне мои друзья, мои подружки очень часто говорили, что, слушай, а почему вы не делаете бокс? Я говорю, ну вот, как-то мне кажется, это нечестно. Они говорят, ну окей, не делай скидку, но собери такой сет, в котором будет вот то, что надо попробовать. Потому что я захожу к тебе на сайт, у вас там 1500 наименований, я не знаю, что покупать. Ну, как бы... Ну, как-то я не воспринимала всерьез эти рекомендации, но вот когда мы в сентябре вдруг попробовали и поняли, что а отклик-то есть, это меня вдохновило, вот правда. Значит, смотрите, мой, вот прям моя торжественная клятва вам всем по поводу тех сетов, которые у нас есть. Кстати сказать, если вы зайдете в раздел набора, вы увидите, что мы там собрали действительно сеты. В чем идея? Мы собираем такой набор, который вот реально стартер-набор. Это то, что если это уход, то это тот минимум от бренда, который действительно мы рекомендуем в комплексе попробовать. Его можно дополнять какими-то другими вашими продуктами, но мы уже ответили вам на вопрос, если вы приходите к нам и говорите, вот у меня... такая кожа, у меня такие проблемы, мне столько лет, что брать? Вот как бы там есть ответы на эти вопросы уже готовые. И да, так как, я не могу уйти от требований рынка, я понимаю, что даже у самого осознанного потребителя есть какая-то догма в голове, что ну раз это комплект, комплектом должно быть дешевле, поэтому мы делаем скидку, но... ту, которую мы можем себе позволить, потому что если мы будем делать продажи себе в минус, то, скорее всего, через там какое-то время мы закроемся. Это ни вам, ни нам не надо. Ну так вот, мы в ноябре, в месяце, когда хочется согреваться, когда вот сегодня, по-моему, первый или второй день солнца за весь месяц, собрали сет, который состоит из фаворитов моих и нашей команды. Я вам сейчас про каждый продукт расскажу. Сет для души и для тела. То есть сет, благодаря которому, я надеюсь, вы проведете этот месяц максимально на релаксе, снижая там стресс, который возникает у нас у всех. Пандемия, то все. Сидим дома, в общем. Это... не бьюти-букс, а бьюти-сумка. Кстати сказать, сумки мы выпустили супер-классные. Они очень удобные, я очень этим довольна. И надеюсь, что вам они тоже будут комфортны. Так вот. В общем, сейчас я вам буду показывать вот такую огромную сумку. Средств для тела мы собрали. Я вам сейчас расскажу про каждый продукт, который в ней есть. Потому что вот они вот прямо от души. И что важно, ну, важно для меня, я не знаю, может быть, это не важно для вас, и я буду благодарна, если вы мне дадите обратную связь, скажете, Ксюша, что как бы твои проблемы нас не волнуют, дай скидос побольше, и как бы окей. И я, ну, приму, что это честные правила игры, окей. Но для меня важно, что там вот нет ни одной баночки, которую мы положили просто, знаете, довеском, как бы, чтобы продалось. Да, еще важно, мы таких боксов собираем супер мало. Привет, Наташа. Супер мало, потому что мы ни у кого ничего не просили, и мы можем дать вот на такой комплект такую скидку, а мы даем скидку. Все равно даем скидку. Да, ту, которую мы, ну, можем себе позволить, поэтому таких наборов у нас всего очень мало. Всего 10.
Так вот, значит, первый продукт, вот он уже выглядывает, который я считаю, что в холодное время года должен стоять в каждой ванной комнате, потому что это супертерапевтическая вещь, суперполезная, ей уже, ну, вот этой процедуре уже очень много лет, то есть еще в начале 20 века, вот это и то, что я точно знаю, на такие процедуры люди ездили в Европу. Значит, это английская соль и ванны с английской солью. Если вы вдруг не знаете, как ей пользоваться, сейчас быстро рассказываю. Значит, английская соль, это она же Epsom salt. Это магнезия, это ничего общего с морской солью, это совершенно другой химический состав, и это соль, которая влияет на нашу нервную систему и выводит токсины из организма. Что важно, когда вы будете принимать ванну с этой солью, пожалуйста, перед ванной выпейте стакан воды или чашку зеленого чая, потому что ваш организм будет покидать вода вот с токсинами. Плюс это супер успокоительная штука. Значит, вы это килограмм, но не думайте, что это вам на всю зиму. Здесь, ну, если это прям курс детокса, то пол пачки, можно треть пачки использовать. То есть здесь, ну окей, 3-4 у вас процедуры будут в ванной. Просто меньше нет смысла, потому что вы не почувствуете до конца этот эффект. Значит, вы насыпаете там треть или половину пачки в ванну и принимаете ее минут 20. Важно не опускаться ниже уровня сердца. Понимаете, да? Это серьезный такой момент. И когда вы выйдете из ванны, очень важно в этот момент вот пойти лечь спать. Не посидеть еще, знаете, там поработать. Нет, вы будете спать как младенец. Потрясающее воздействие на нервную систему. Что еще важно? Если вы с утра проснулись и вот вообще не на бодряках, ну, то есть прям такое состояние, вы берете горсть этой соли и используете ее как гель для душа или как легкий скраб, и вы взбодритесь. Я, честно, вот сколько вы спрашивала, я либо там не могу запомнить, либо до меня никак не может дойти. Ну, короче, это вот так она действует на нервную систему, что если долго лежать в растворенной соли, она супер вас гасит, успокаивает. Если натереться ей, то бодрит. Потрясающая вещь. У меня все мои друзья на ней сидят. И вам вот я ее кладу в Body and Soul Set наш. Так, едем дальше. Самый коварный, как говорят мои подружки, скраб для тела, это кофейный скраб с перцем. Значит, смотрите, здесь есть в инструкции такое, что им можно обернуть, сделать обертывание. Не делайте обертывание, пока вы не попробуете этот скраб просто как скраб. Он с перцем. Вот сейчас скажу прямо, жопу будет жечь существенно. Причем, ну не сразу, вы начнете тереть, вам кажется, ой, ничего, а потом вдруг начнет, ну так, поджаривать попу. Но это самый действенный скраб для наших проблемных зон, да, Ксюш, да? Было дело, но правда. Поэтому здесь маленькая упаковка, чтобы вам точно понять, ваш этот продукт или нет. Маленькой упаковки вам хватит на процедуру 4. Вот такого вот скрабирования. Если вы захотите сделать потом обертывание, ну, вы уже купите полноформатный продукт такой. Это Correct Body Scrub от смородины с красным перцем. Я его обожаю, у меня он есть всегда. Едем дальше. Значит, что здесь еще есть? Продолжаем ванную тему. У лабораториум, вы знаете, есть миксы для ванны. Они есть с розой, с лавандой и вот этот со специями, с овсянкой и с корицей. В нашем боксе будет вот этот с овсянкой и с корицей, потому что я считаю, что это самый успокаивающий, нежный, приятный, классный, вкусный запах на свете. Что я рекомендую? Не скупиться и прям вот насыпать, ну, полбаночки вот этого вот микса, а можно всю. Кайф невимоверный. Ну, ладно, всю никогда в жизни я тоже всегда скуплюсь. Ну, половинку насыпаем. Обожаю.
любимая штука. И, кстати говоря, я делаю вот так. Это плюс это. И тогда прям супер процедура получается. Так, мне что-то пишет. Подскажите, пожалуйста, могли бы вы порекомендовать косметолога, который делал эффективные массажи для лица? Простите, что не по теме эфира вопрос. Вот я вам, Яна, так скажу. Я тоже очень хочу найти косметолога, который будет делать грамотно массаж лица и еще и с использованием косметики, которую я считаю приемлемой, то есть нашей натуральной. Запрос супер популярный, и я вам клянусь, что когда я найду такого специалиста, который будет там не за 3-9 земель, не за 1 000 000 рублей это делать, всем расскажу, покажу и прям поделюсь. Запрос прям супер понятный, и у меня это такая же боль, потому что я встречала места, где делают массаж лица достаточно неплохо, но с использованием таких средств, что я туда не пойду больше никогда, или, ну, когда как-то не то, не сё, поэтому вот прям... Помню, что вы интересуетесь. На всякий случай, это сейчас не реклама для, но просто подпишитесь на мой личный профиль, потому что скорее такие вещи, если это не запуск от крем-стор будет, да, спа-салон или салон по массажу лица, то, скорее всего, я просто в личном профиле поделюсь таким контактом. Так, а мы едем дальше. Ванные процедуры у нас закончились, но не закончились приятственные для тела процедуры. Значит, в каждом боксе лежит вот такая свеча для аромамассажа. Как она работает? Вы ее зажигаете, ждете там минут 5-10, и свеча превращается в масло. И вы наливаете прямо с баночки на тело масло и делаете массаж. Вы можете делать массаж себе, вы можете делать массаж любимому, как в кино, прям где капаем свечами. Значит, в базовой комплектации у нас лежит вот такая вот Япония. Это просто самый популярный аромат у нас, он нравится больше всех всем. Но аромат свечи можно выбрать, то есть если вы хотите другой запах, пожалуйста, сообщайте, и вам положат ту свечу, которую вы хотите. Чтобы не быть голословной, вот эту я достала из бокса, а может быть вы опять же там нас в чем-то подозреваете, но я покажу, что у меня таких свечей две с моими любимыми запахами Новая Зеландия и Дания. Вот, они у меня такие... Немножко... Ой, не могу открыть. Сейчас открою. Сейчас открою. Я надеюсь, что я сейчас открою. Не как, знаете, когда с этими... А, во, открыла. Вот так это выглядит. И обалденно пахнет. Вот это у меня новое. Сейчас я вам покажу мою юзанную уже. Может, не покажу, что-то не могу открыть. Эфир сохраню, конечно. Ой, поверьте мне, пожалуйста, что она просто потрясающе пахнет. Вот она у меня немножко грязненькая, юзанная. Не могу открыть. Вот, ну, короче, мои любимые ароматы два, вот эти. Если хотите ориентироваться на мой вкус, берите эти. Если хотите более такой нежный, сладкий, цветочный, восточный запах, то вот берите Японию. Так, едем дальше. Я так думаю, сейчас я час... Я хотела эфир на 20 минут быстро чик-чик-чик показать вам все. Сейчас я чувствую, час буду разбирать эту сумку, поэтому сейчас я ускорюсь. Значит, что есть еще? Гидрофильное масло эко-краб для интимной гигиены. Я считаю, вопрос интимной гигиены супер важный. Есть сейчас такое течение, очень много блогеров пишет, что... Простите, не надо там вообще ничем, водой достаточно. Я мизофоб, как хотите, понимаете, но я считаю, что мыть надо, но просто супер правильными, мягкими, щадящими продуктами. Зона действительно деликатная, чувствительная, и ответственно надо подходить к уходу за ней. Вот этот продукт я пока на данный момент считаю самым лучшим для этого места. Это гидрофильное масло с, хотела сказать, с базиликом, но это аромат базилик средиземноморский. Здесь классный состав масляный, оно супер деликатное. У этого бренда есть гель для интимной зоны, но мне больше нравится гидрофильное масло, оно гораздо более щадящее. В общем, в боксе оно у нас тоже есть. Едем дальше, моя сумочка. Так, мое же
открытие этого года. Маска для волос, японский сад. Я пробовала от EcoCraft маски для волос с ароматом дождя, кокосовую, еще манго, по-моему. Они все мне понравились, но японский сад мне понравилось больше всего. Причем я не могу сказать, что мне больше всего нравится именно этот аромат. Он достаточно такой, я бы, честно сказать, даже подумала, что он пахнет как... Ну, короче, там какая-то достаточно коммерческая, не знаю, понятная отдушка. То есть вот это мне, может быть, и как-то я считаю, что не самое удачное решение бренда, но... По эффекту эта маска просто огонь. Поэтому вот в этих сумках наших, бьюти-сетах, эти маски есть. Я ей пользуюсь всегда. Вот у меня есть бальзам для волос, но он бывает, скорее всего, кокосовый у меня. И вот сейчас обязательно вот эта маска, и я не пользуюсь бальзамом. То есть я мою волосы шампунем, наношу эту маску, выжидаю, смываю, и вот... Ну, короче, не знаю, мне кажется, вы прям видите, да, что у меня с волосами все супер. Я пользуюсь вот этой маской, и она потрясающая, и она в нашем наборе. Так, дальше. Дальше два продукта миниатюры. Я знаю, что там часто на бьюти-сет эти боксы ругаются, что там есть миниатюры, но это Вамиса. И это два действительно, вот в полном формате это дорогие продукты, но я считаю, что их обязательно надо попробовать, потому что вы поймете, что, во-первых, когда вы видите шампунь Вамиса за 3000 рублей, это не безумно дорогой шампунь, а это безумно экономичный шампунь. А сейчас расскажу, да, сколько стоит мешочек, в котором пол-литра. Пожалуйста, попробуйте в миниатюре шампунь, если он вам подойдет, если вы поймете, насколько экономично он будет расходоваться, что в основной бутылке пол-литра, и это прям вам супер надолго хватит, вы поймете, что он не... Ну, что это недорого, короче говоря, в пересчете на там литры и процедуры мытья головы. Значит, смотрите, варианта два. Либо для жирной, либо для сухой кожи головы. Вы это напишите в комментариях, когда будете сумку заказывать, или обсудите с менеджером, вас спросят. То есть там вам не что попадется, а вам положат такой шампунь, который вам подойдет по вашему типу кожи головы. Он... Правда, очень классный и, ну, мною нежно любимый вообще, в принципе, бренд. Второй продукт – это лосьон для тела. Я сразу скажу, что на этой миниатюре, на этом продукте настояла наша Ирина, управляющая магазином. Я люблю более плотные текстуры для тела, потому что у меня сухая кожа, и... Позже будет продукт, который вот мой фаворит, но это фаворит уже не только даже Ирин, но и колоссального количества наших покупателей. И она говорит, слушай, пожалуйста, пусть люди попробуют, и они поймут. Это легкий лосьон для тела от Вамиса. Что я могу сказать? Мне супер нравится его деликатный аромат. У него действительно невесомая текстура. Возможно... Все дело в том, что я не пользуюсь кремом для тела днем, но если вы пользуетесь днем, то он очень быстро впитывается, но это не тот случай, когда провалился в кожу и опять все сухо. Он действительно классно работает. В общем, вот такая миниатюрка. Опять же, вы поймете, что в большой бутылке он прям экономично будет расходоваться, и по факту это... Ну, вы просто платите один раз и долго-долго пользуетесь, а не платите чуть-чуть за такой продукт, но пользуетесь потом, ну, покупаете его, не знаю, раз в 2-3 недели. Вот, в общем, две миниатюрки от Вамиса. Ну, кстати, миниатюрки такие вполне себе не на один раз. Вот. Так, мы идем дальше. А вот крем для тела, который уже мною отобран. Я обожаю вот эти крем-масла от того же EcoCraft. Они достаточно плотные, при этом классно там быстро достаточно проваливаются, впитываются в кожу. И я выбрала вот этот с ароматом бельгийский шоколад, потому что у меня... Ну, я думала, какой выбрать-то, господи. Кстати сказать, если вам там супер не нравится такой аромат, можно попросить, вам, скорее всего, поменяют. Вот, если вам, ну, если вы знаете, что вы хотите другой аромат, но я рекомендую этот. У меня про него есть история прикольная.
Его купила моя подруга, и мы сидели с ней у нее дома, я была у нее в гостях, мы, по-моему, работали даже, и обсуждали там продукты новые, которые появились у нас. Она говорит: «Да, слушай, я же купила у тебя новый этот крем для тела, давай попробуем». И мы, значит, им намазались. А он пахнет, короче, он пахнет зефиром в шоколаде. Чтоб вы понимали, мы намазались, сидели, нюхали себя. И, короче, я пошла в магазин за зефиром в шоколаде, потому что это было просто так вкусно и так аппетитно, что уже дальше терпеть было невозможно, поэтому вот... как это называется, по-моему, дисклеймер, да, когда если вдруг употребление этого крема для тела спровоцирует у вас потребление повышенного зефира в шоколаде, сорян, я вас предупреждала. Но крем, правда, классный, на зиму вот такой. Если у вас все-таки, вот как у меня, больше душа лежит на плотные текстуры, то попробуйте его. Осталось немного. Значит, что еще? Твердый шампунь Лабораториум. Я уже и у себя в личном профиле здесь рассказывала, что мне очень понравились твердые шампуни от Лабораториум. Конкретно мой фаворит ванильный, но мы также делаем возможность выбора. То есть вам не обязательно брать вот этот ванильный. Вы при заказе также посмотрите, скажете, для какого типа волос вам шампунь, и вам менеджер положит правильный. За что люблю? Классно пенятся, классно промывают, классно работают. Вот этот, он, вот видите, у меня волнистые волосы, они достаточно пористые, им важно получать достаточно увлажнения. Вот этот ванильный, он с пантенолом. И за это он мне супер нравится, потому что волосы прям такие мягкие, не знаю, нежные, напитанные, увлажненные, но при этом вот текстуру, там объем все держит, голова промыта, кожа головы. Очень нравится. Так, и последний продукт, и мне кажется, я его буду вам класть, кроме, наверное, летних сетов, в каждый сет. То есть, ну, скорее всего, зимой мы еще что-нибудь, может, выпустим. Ну, значит, зимой он опять будет там. Это, да, все правильно, бальзам для рук календула от доктор Шеллер, потому что это самый крутой вообще крем для рук и... сразу отмечу, для пяток ever. Вот если есть сухие участки, не знаю, по-моему, сейчас у всех сухие, знаете, вот тут вот вокруг кутикулы, вообще руки, пятки, все. Вы просто наносите этот крем, бальзам, и все, и забываете. Потому что он... у него такая маслянистая текстура. У меня тут есть мой, и я вам сейчас покажу. Значит, смотрите. То есть он такой не крем, он такой бальзам. Если вы мне скажете, я люблю легкие текстуры, да, это не тот крем, который вы кинете в сумку и будете, знаете, в течение дня там намазывать руки. И вот, ну, кстати, прикольно пахнет, но, ну, в общем, это не продукт с собой, это продукт такого интенсивного ухода. Но я пока не встречала людей, которым бы в зимнее время и там в холодное время года не был нужен такой продукт. Так, вот это мой, я его прячу обратно себе в тумбочку, а вот этот возвращается в нашу сумку Beauty Set. В общем, все, вот еще такая сумка вам. Сумка очень крутая. Слушайте, я так довольна вот этими ручками. Это потрясающе удобно. Я вообще не знаю, зачем до сих пор делают другие ручки, когда вот мы придумали вот так. Огонь. Вот, и такая сумка тоже. В общем, сейчас я буду отвечать на ваши вопросы. Бальзам на ночь использую, только он мне помогает от сухости, тем более сейчас. Да, слушайте, да, я не устану его всем класть в эти... Во-первых, если он у вас есть, вы будете ему рады. Если у вас его еще нет, то вы его попробуете, и он у вас всегда будет, потому что это просто потрясающий продукт. В общем, вот такой вот набор, в котором 11 продуктовых, 11 продуктов и одна классная сумка. Смотрите, стоимость без скидки этого набора 6755 рублей, но мы делаем скидку 25%. Я с командой торговалась просто за эту скидку, честно вам скажу, потому что, ну, это честная история про то, что я
верю, что вам просто надо попробовать эти продукты, и вы станете их адептами. Вот. Не наживы для... Вот. Да, сейчас я вспоминаю все аргументы, которые я от нашего CEO, его же финансового директора, послушала. Ну, да ладно. Я считаю, что мы созданы, чтобы творить добро и делать вам подарки, делать вам приятные и классные вещи собирать, создавать. Вот. Есть ли вопросы по нашему сету? Нужно ли быстренько сейчас вам напомнить все, что туда входит, или и так понятно? Прям быстро показать это. Или вы скажете, все, я уже ушла делать заказ. И вообще, поговорите со мной, пожалуйста, как вам? Так себя чувствую, как это магазин на диване. Заказать на сайте, да. На сайте уже висит. Вот, и он там прям, можно на баннер нажать, можно найти его в этом, напомню, хорошо. А, значит, в сете сумка, английская соль для ванн, микс-лабораториум для ванны, массажная свеча смородина, интимное масло, масло для интимной гигиены гидрофильное эко-крафт, от смородины скраб кофейный с перцем, обжигает жопку, но растворяет и сжигает все, что с нее надо сжечь. Маска для волос японский сад эко-крафт, которую я прям распробовала и сейчас только ей и пользуюсь. Лосьон для тела Вамиса в миниатюре, чтобы вы познакомились с продуктом. Шампунь для волос, либо для сухой кожи головы, либо для жирной, вы это скажете сами, то, что вам нужно от Вамисы. Твердый шампунь Лабораториум на ваш выбор. Вкусное крем-масло для тела, бельгийский шоколад от Экокрафт. И самый важный и нужный бальзам для рук. Календула от доктор Шеллер. Все. Такой состав. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все назвала, да? 11 продуктов должно быть. Вроде все. Я 11 продуктов назвала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. У меня такое ощущение, что я что-то забыла. Ну, по-моему, ничего не забыла, но как будто что-то бы и забыла. Очень интересно посмотреть на ваши полочки ванной, как вы показываете. А, это я могу. Космический, правда, я тоже очень им довольна. Покажу, слушайте, давайте, да, сделаю. Вам эфир или сторис лучше, как лучше? Я там, кстати, покажу, чем муж пользуется. Мне кажется, это тоже суперинтересно. Потому что он... Теперь тоже адепт нашей веры. Сумка же... Нет, сумкой 12 должно быть. А у меня почему-то сейчас я 11 показала. Но такое ощущение, что я что-то забыла. Но на сайте есть описание. Если я какой-то продукт по старости своей, наверное, не знаю, запамятовала. Или что еще, возможно, уперла в ванную и уже сама пользуюсь. Неловко вышло. Эфир его можно потом сохранить. Да, я сейчас сохраню, конечно. Мы сейчас с вами обсудим все вопросы. Если они у вас есть, то и сохраню сразу. Да. Так. Ну что? Раз вопросов больше нет, я вас оставляю. Сохраняю эфир. И до новых встреч. Я очень надеюсь, что вам понравится сет. И напишите, пожалуйста, нам комментарии вообще, что вы думаете. Эфир удобнее, чем сториз. Хорошо, давайте сделаю эфир. Действительно, прям покажу все, что у меня там лежит. И прокомментирую, почему оно там лежит. Изи. Ну все, люблю вас. Давайте, пойду я. Вот, а эфир сохраняю. И... Жду ваших комментариев. Все. Пока.